Pozdrav sa Avdejevskog pravca, poprišta u posljednjih mjesec dana najžešćih bitaka. Sa mnom je specijalna grupa bataljona Svetog Arhangela Mihajla. Iza naših leđa nalazi se taj, kako ga u ruskom jeziku, terikon, odnosno kako su u srpskom neki mediji su to pogrešno preveli, deponija. To je mjesto najžešćih borbi i vrlo bitna strateška pozicija koju su Rusi uzeli. U stvari, to bi bilo najbolje objasniti i prevesti na srpskom jeziku kao jalovište, odnosno na teritoriji Donbasa, bogatog ugljem, na mjestima gdje se odlagao otpadak od ruda, nastala su i uzvišenje od nekoliko stotina metara. Tako je ovo iza naših leđa na Avdejevskom pravcu, za koje su se prethodnih nedelju dana vodile krvave borbe i koje je ruska vojska uspjela da stavi pod svoju kontrolu. Да, мы сейчас находимся на Одесском направлении. Обстановка стабильно тяжелая, но это не мешает нам двигаться вперед. Вот. По информации, которую мы получили, противник начал выводить командный состав подразделения, которое стоит на обороне Авдеевки, начал выводить технику. Также, по нашей информации, мы знаем, что данная спецоперация по выводу войск называется «Кугар». То есть мы сразу понимаем, что не просто командование Украины решило заняться выводом войск с данного направления, но это, скорее всего, пришел приказ сверху с их инструкторов из США, своих, можно сказать, покровителей. Поэтому мы можем сказать, что с учетом того, что на данный момент под контролем вооруженных сил Российской Федерации находится все возможные пути подвоза продовольствия, БК. Вот. То есть мы контролируем данные участки территории. И с учетом данной информации, с учетом того, что на данный момент в нашем контроле находится большая часть территории, можно сказать, что в ближайшее время личный состав тоже начнет покидать данные позиции, и мы сможем начать бои непосредственно за населенные пункты Авдеевка и начать защищать территорию от фашистов и освобождать наши земли. Pored artiljerije i višecjevnih bacača raketa Grad, koji se čuju u bukvalno svakoj minuti, za vrijeme kratkog boravka na Avdejevskom pravcu primijetio sam i aktivnost jurišnih helikoptera K-52 Aligator i helikoptera Mi-8 ruske vojske. Kako trudno spraviti se sa ih ukrepljenjem? Железнобетонным. Ну, с учетом того, что у противника было 8 лет, чтобы подготовиться к этому ко всему, они действительно закрепились не только в городе, не только на территории Коксахимзавода, но и в полях. У них действительно есть бетонные дзоты по образу и подобию тех сооружений, которые делали нацисты в 40-х годах во времена Великой Отечественной войны. Но благодаря дронам «Камикадзе», благодаря аэроразведке мы знаем, где это все находится, мы их вскрываем. Наши ребята, FPV-шники, операторы FPV-дронов, делают свою работу и помогают дальше продвигаться не только технике нашей, но и личному составу пехоте. Ты оцениваешь, сколько еще может это сражение длиться? Тяжело сказать, потому что на данный момент на территории Авдеевки находится большое количество личного состава вооруженных формирований Украины. Также, по нашей информации, находится гражданское население, которое они не выпускают. Из города прикрывается ими как живым щитом. Город заминирован, то есть, ну, прогнозы делать бы не хотелось, но мы стараемся сделать все максимально быстро и максимально аккуратно, чтобы не было лишних жертв среди гражданского населения.